Этот чемпионат проходит в десногорских школах по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке концерна «Росэнергоатом» и «Смоленская АЭС». В 4-й школе старт баскетбольным баталиям был дан 14 ноября. Принимали участие команды 7-х и 8-х классов. Особенно интересно и напряженно проходила борьба между двумя 7-ми классами, которые вырвались в финал. Два класса достаточно на равных силах боролись, но все-таки у нас победил 7-й Г-класс. Так как ребята в этом классе занимаются уже достаточно продолжительное время в секции баскетбола и мастерство у них на высоком уровне, поэтому они все-таки победили. Команда 7-го Г-класса очень рада победе. Капитан команды рассказал, как проходила подготовка к турниру. Набирать команду нам было, можно сказать, довольно просто, потому что среди мальчиков у нас команда имеется. 3 человека, включая меня, уже ходят на баскетбол. Но с девочками пришлось немного, небольшие проблемы, но перед соревнованиями они примерно за месяц до соревнований начали тренироваться. Там было 2 тренировки в неделю у них. Ну, вроде бы чему-то да научились. Рад, что побеждать, но было немного сложно. Почему? Команда противников также имела игроков, которые ходят на баскетбол. И особенно нашим девочкам было очень тяжело, но они справились, особенно вот в последней игре. Спорт дает возможность детям укрепить здоровье, рождает в них соревновательный дух, который всегда необходим в жизни. Учит быть единой командой, воспитывает патриотизм и понимание того, что мы живем в лучшей стране великой России. Благодаря поддержке концерна «Росэнергоатом», «Смоленская АЭС», регионального отделения партии «Единая Россия», развитие баскетбола в Десногорске поставлено на новую платформу. Баскетбольный марафон 4x4 завершится яркими и динамичными играми городского этапа в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна».